Доброе утро, моя любимая страна. Не так давно к нам пришел дедушка. Дедушка, которому 89 лет. Пришел с собачкой, ему подсказали, что здесь есть ветеринарная клиника, и он с собачкой пришел к нам. Старенький, пожилой, как одуванчик, знаете, как из мультика. Пришел дедушка и говорит, вот, нужна помощь. И эту помощь я ему подсказал, как быть, что делать. Назначили препараты, дали с собой. И он дрожащими руками пытается достать что-то с кармана. Я говорю, вы знаете, дедушка, у нас сегодня акция, вы миллионный пациент нашей клиники, и у вас все сегодня бесплатно. Он начал плакать, я практически тоже. И ровно через неделю мы его снова позвали к нам на специальный укол. Прошла неделя, и дедушка с кулечком приходит к нам. В кулечке замороженная вишня. Говорит, это доктор вам. Вы знаете, приятно вдвойне. Вдвойне, потому что пожилой человек, у меня уже нет дедушки, нет бабушки. И когда ты смотришь на таких людей, аж мурашки по коже идут, и ты вспоминаешь своих дедушек и бабушек. И хочется им сделать бесплатно втройне, как говорится. А если еще дедушка с улыбкой, то всегда. Поэтому хотел с вами поделиться такой эмоцией, что иногда нужно быть людьми, делать добрые дела и помогать нашим бабушкам и дедушкам. Всем спасибо и хорошего дня!